Антикризисные меры для бизнеса разработал Краевой фонд поддержки малого предпринимательства. Специальную программу запустили с 1 марта. Она дает возможность получить кредиты по сниженным ставкам. Какие предприятия могут на них рассчитывать, расскажет Анастасия Привецкая. Автомобильными грузоперевозками по всему Дальнему Востоку хабаровская компания занимается последние 3 года. Доставляют в магазины продукты, бытовую химию, технику и одежду. События на Украине и жесткие международные санкции отразились на работе и транспортной компании. С конца февраля начала расти дебиторская задолженность. На сегодняшний день ситуация у нас сложная в отношении и работы, и экономики, и товарооборота. В общем, много компаний, которые сейчас под сильным ударом зависят от иностранных, так сказать, компаний. Люди начинают плохо платить, начинают задерживать оплату счетов. Чтобы сохранить рабочие места, компания обратилась в Краевой фонд поддержки малого предпринимательства. С 1 марта фонд запустил новую антикризисную программу. Она рассчитана на предприятия, которые занимаются производством и сельским хозяйством. Максимальная сумма 5 миллионов рублей на срок до 3 лет. Деньги можно вложить в развитие оборота компании, зарплату сотрудникам и покупку новой техники. Заявки фонд рассматривает в течение 7 рабочих дней. К нам обратиться может любой предприниматель, как начинающий, так и действующий предприниматель. Что хотелось бы отметить, также и самозанятые граждане. Здесь все зависит от того, да, какая категория предпринимателей, будет зависеть сумма, которую мы предлагаем. Сейчас в Краевом фонде рассматривают 5 заявок на кредитование от разных предпринимателей в сфере торговли и грузоперевозок. Использовать микрозаймы компании планируют на поддержку оборотных средств и разработку инвестиционных проектов. Анастасия Привецкая, Вячеслав Герич, телеканал «Губерния».